Бакси Ньюс FM. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер считает, что победа небитого украинского супертяжеловеса Александра Усика в бою с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа не станет большой неожиданностью. Если план команды Джошуа заключается в том, чтобы сбросить вес, выйти в ринг, боксировать и двигаться, то я предполагаю, что они великолепно все распланировали. Цель каждого бойца – выйти, реализовать план и одержать хорошую победу. У Джошуа большое и хорошее резюме. Ему нужно выразить уважение за то, что он принимает все бои и вызовы, которые появляются у него на пути. В случае со многими из этих бойцов есть шанс, что они его побьют. Многие говорят, что тот или иной боксер может его победить, но Джошуа всегда доказывает, что люди ошибаются. Необходимо уважать его за то, что он соглашается на все бои. Я чувствую, что Усик будет большой угрозой. У него есть бэкграунд, он был абсолютным чемпионом мира. Усик не знает горечи поражений. Я думаю, что к этому бою он готовился самым лучшим образом. Все делал правильно. Они оба все делали как следует. Мне кажется, что благодаря росту, размаху рук и преимуществу в габаритах Джошуа может оказаться лучше Усика. Но многие считают, что в этом поединке равные шансы. Людей не удивит, если Александр затащит этот бой. Я думаю, что поединок закончится остановкой. Просто не знаю, кто победит. Я говорил, что склоняюсь в сторону Джошуа. Но ты никогда не знаешь точно. Бокс – один из тех видов спорта, где, как все знают, может произойти что угодно. Boxing News FM.